Посторонним вход разрешен. В минувшую субботу Госуниверситет УНПК принимал многочисленных гостей. Повод – день открытых дверей. В этом году бывшей машинке исполняется 60. За это время ее выпускниками стали более 200 тысяч человек. Общее впечатление о вузе могли составить потенциальные абитуриенты и их родители, получив всю необходимую информацию на месте. В мероприятии участвовали и члены правительства во главе с Вадимом Потомским. Сегодня университет, государственный университет, учебно-научно-производственный комплекс. Это 12 тысяч студентов, 1500 профессоров, доцентов, кандидатов технических наук. Убежден, что абитуриенты, родители, те, кто сегодня знакомится с университетом, сделают правильный вывод. А вывод должен быть один. Поступление в этот прекрасный вуз стране очень нужны, страна нуждается в умных людях.